задание сделать грибы для новогодней елки. И вот это самый первый подарочки. Клуб «Гриболюбов игры» КГЮ – это все о грибах. Те, кто любит грибы, кому нравятся грибы, кому интересно их изучать, фотографировать, ими восхищаться, кому нравится ходить в лес, экскурсии, конечно. И тот, кто чувствует важным популяризацию знаний о грибах, все встречаются в этом клубе и что-то совместно делают. Нам исполнилось 2 года. Первое собрание было в январе 2018 года. И за это время у нас было много разных мероприятий в самом разном жанре. Это были и экскурсии, и выставки живых грибов, и выставки стационарные из коллекции музея грибов, и выпуск бюллетеня, и что-то еще. Поскольку зимой в лес выходить сложно, хотя мы будем в будущем пытаться, то зимой у нас проходят вот такие семинары на разные практические и теоретические темы о лекарственных грибах, о ядовитых грибах, о культивировании, выращивании грибов. И традиционно мы собираемся в таком формате раз в 2-3 месяца. А сегодняшнее собрание – это, в общем-то, еще и праздник новогодний, поэтому тему мы решили максимально упростить и сделать ее такой воздушной. И эта тема – мика-арт или арт-проекты о грибах. Сегодня такая звучит в качестве новогоднего развлечения и новогодней такой песни. К нашему новогоднему собранию вышел новогодний же бюллетень Арении. Он у вас лежит на столах, и вы его можете взять себе домой. В этом выпуске, в отличие от других, представлена программа этого семинара. То есть он не прошлые события обобщает, а это такая театральная программа именно того, что сейчас будет происходить. И там как раз содержится информация о художниках, о артистах, которые сегодня с нами будут. И тексты тех презентаций, которые будут звучать, они уже там есть, и вам они помогут лучше воспринять эту информацию. И, собственно, к программе. Основных дел у нас 3. Первое – это фильм «The Mushroom Hunters», который был создан на основе поэмы известного писателя-фантаста Нила Геймана. Читает поэму Аманда Палмер. Это певица и композитор, и жена Нила Геймана. Подробнее немножечко расскажу позже. Вторая встреча будет с одной художницей по скайпу. Мы надеемся, что у нас получится связаться с ней по скайпу, и она расскажет о своем творчестве на стыке науки, то есть микологии и искусства, и также психологии. И она молодая, начинающая художница, и расскажет о своих идеях в этой области. Третьим мы вернемся опять к просмотру фильма, и будет достаточно длинный, 50 минут, фильм, который называется «Респон». Если переводить на русский дословно, то звучит как «повторное заселение мицелия», ну или «повторное заселение в целом». О содержании его тоже немножечко позже я скажу. И еще одним партнером семинара стала еще одна польская художница Агнешка со сложной фамилией, я не смогу ее произнести. И ее работы, они вот здесь уже стоят. То есть мы с ней не сможем связаться по скайпу, но
Во-первых, картины, которые вот здесь стоят, это ее работы. Серия называется «Аномалиум». И они показывают такие гибридные существа, птиц, грибов. На основе сходства названий в польском языке этих организмов. То есть, например, если у нас лисичка, гриб-лисичка имеет название животного лиса, лисичка, то у них гриб-лисичка называется цыпленок. И вот на этой картинке под телевизором показано это существо. Еще один гриб, грибная капуста. По-русски это было бы изображение капусты, а здесь она тоже связана с какой-то лесной курицей или птицей. Работы Агнешки были выставлены на конгрессе микологов в Польше, в Варшаве в этом году, и я их там видела. И после этого художница вот выслала нам принты картин, и они теперь будут в нашем музее. Но к самому мероприятию мы и вместе с ней подумали именно над таким новогодним проектом. И вот эти елки, которые она нарисовала, это тоже не просто елка, это макролепиота. И в программе называется «Новогодняя макролепиота». То есть образом для этой новогодней елки тоже послужил гриб макролепиота, который и у нас тоже встречается. И вот эти грибочки, которые висят, это те же самые создания из серии «Аномалиум» и еще немного других грибов. На английском, мы его сейчас посмотрим и послушаем сначала на английском, но у нас есть перевод, который сделала Надежда Корикова, и мы потом услышим перевод в прочтении самого автора. Гейманом к фестивалю, посвященному роли женщин и памяти женщин, которые работали в науке, женщин-ученых. Фестиваль был посвящен первому женщине-астроному, но сам текст был посвящен грибам и охотникам за грибами. И я подумала, что это достаточно докладчики на этом семинаре тоже все женщины. Ну, а теперь мы услышим перевод, который сделала Надежда Николаевна. Из этой поэмы, которую посмотрела, конечно, большое множество раз. И когда уже написала вот этот текст, который сейчас собираюсь прочесть, я после этого обратилась еще к своей подруге поэтессе, которые много занимались лирическим переводом, и потом к своему сыну, который тоже знает английский язык. И каждый из них что-то добавил еще к пониманию вообще про текст. Вообще перевод — это довольно сложная вещь. И просто подстрочник, который передает смысл, однозначный смысл каких-то слов, наверное, не совсем то. Например, сын у меня увидел сразу такую ниточку, которая тянется с древних времен до наших дней,
женщин-ученых, которые продолжают носить своих малышей в слингах. То есть это ниточка, объединяющая древних женщин и женщин-ученых. Развитие, прогресс, то есть как бы охота за прогресс. То есть вот у нас есть такое выражение на русском языке – растут как грибы. То есть очень быстро, мгновенно, да? То есть это удивительное свойство. И человеческая цивилизация, она тоже росла как гриб, с такой же скоростью. И понятно, когда она росла с такой скоростью, происходило очень много всяких трагических событий. И прогресс никогда не дается без крови, без жертв, без рисков, которые на самом деле постоянно происходят. В этой борьбе это все есть. Но этот перевод, конечно, он не претендует на понимание половины в целом, да, наверное, мне не удалось, может быть, эту ниточку протянуть, которая там есть. Вот, и эти смыслы передать. Это чисто такой примерный. И, наверное, кто знает английский, или, может быть, сейчас вот с вниманием к этой поэме, наверное, появятся какие-то еще другие русские переводы. Это очень интересно. Посмотрите, послушайте. Ну, а из примера про риски, вот хотелось бы еще, знаете, совсем только что прошел по культуре фильм про Коха и Пастера. Ну, те, кто придумал вакцины, да, страшные заболевания. Там эта история про мальчика, который заболел, которого укусила бешеная собака, и он должен был умереть от бешенства, 100% должен был умереть. Но его мама каким-то образом нашла Пастера и привела туда этого мальчика. И хотя вакцина была еще совершенно не опробована, было неизвестно, насколько она действенна, все-таки мальчику поставили вакцину, Пастер на это решился. Но дальше страшнее еще произошло событие. Дело в том, что когда мальчик не заболел, говорит, непонятно, он не заболел, потому что он не заразился бешенством, и собака была не бешеная, или потому что вакцина сработала, то есть это было неизвестно. И Пастер заражает мальчика бешенством. То есть это вот из тех событий, что и в поэме происходит. Да? Одни люди грибы пробуют и умирают, вторые пробуют и умирают. А сколько таких смертей, пока мы научились технологично обрабатывать очень многие вещи. И в истории человечества очень много ядовитых различных растений вдруг вошли в культуру и стали таким хорошим источником белка и углеводов. Таких примеров очень много. Вот, хотя в диком виде все эти растения, они совершенно опасны для здоровья, для жизни человека. Все это сделано учеными. Ну, а теперь я прочитаю эту поэму, но могу сказать, что, мило говоря, расскажите о том, как вы это написали, да? Что вы можете рассказать, что вы что-то пишете, как это происходит. Дело в том, что мы существуем в таком общем пространстве ноосферы, сферы разума, то есть как бы у нас единое поле, которое заполнено мыслями, чувствами, переживаниями. И просто ты подключаешься к этому полю, и оттуда идет этот текст. Понятно, я сказала? Я просто его оттуда вычерпала. Ну, тот, который, так сказать, был мне доступен, это было доступно, так сказать, моему сознанию. Оно у меня, насколько оно произошло, настолько произошло. То есть кто-то другой вычерпал бы какой-то другой текст. Хорошо. Итак, собиратели, охотники, искатели грибов, искатели прогресса, не знаю, как называется поэма, но так. Послушай, мой маленький друг, о науке давай расскажу я, как мы исследуем свойства вещей и Вселенной, все наблюдаем, пытаемся практикой, делом, факты удачно сцепляем, в теорию их превращаем. Было это давно, в глубине изначальных начал, на планете. Разум получен был нами, как средство, чтобы выжить. Однако разным был он у древних мужчин, древних женщин. Разными были дела их и способ решать все на свете. Смело бросаться вперед в неизвестном пространстве, уметь находить и преследовать дичь, мужчинам досталось. И домой с торжеством возвращаться с убитым оленем. Или ни с чем, утомленные долгой погоней с пустыми руками. Женщина, помня о том, что или кто ждет их в пещере, рядом бродили, внимательно все изучая,
Слыша все шорохи, видя все скрытое в туполах деревьев, ягоды, травы, грибы, все открыто для глаз любопытных. Чтобы уйти чуть подальше и чтобы малыш не мешал ей, женщина первая сынок перевес смастерила. Раньше, чем нож и дубина в руках у мужчин появились, кремовые кости, обработанные метким ударом. Руки свободны, и весело ей собирать удается сладкие корни, ростки, семена и полезные травы. Пестики с камнем души разбивает и давит мелкую крошку. Все то, что пытливым умам достается. Но иногда, никому не понятно было, вслед убегает за зверем далекие чащи, не возвращались мужчины. Эти грибы, они могут убить, а вот эти знакомят с приходом покоев. Есть и те, что насытятся близкие. Думай, как тебе зимою, если питаться сырыми грибами, они убивают, если их отварить. Все равно убивают, отвори воду слей, и еще отвори, все сливает, и тогда можно есть. Изучай, наблюдай. Посмотри на себя, твой живот, он растет, а в роте, как тыни. Измеряй, наблюдая, как роды пойдут, и пойми, человек, что пришел, будет жить в этом мире. Все достойно внимания, всю жизнь, изучай, наблюдай. На тропинках известных идут, собирают грибы, знают многое здесь, понимают, что, где и когда, поколения идут чередой в безопасном пути. А другие ушли, пройдя половину дорог, смерть, болезнь прервали значатый род. Так сливались все знания в один ручеек, и закон безопасности был изречен. Все. Все, что сумели веками создать, наши пищи, одежда, дома и дороги, мы сами. Все наука от нас и для нас, наблюдая, изучая, пытливым умом, обнимая все свойства Вселенной, создавая закон. Мы живем, и история длится. Зверями на стенах пещеры являли детей, кормили грибами, растили, очень пытливыми быть. А мужчины все там. На охоте, в погоне за зверем. Мы идем, и дети привязаны к нам. К краю холма, как к краю сирены, вниз по склону, где красные дни и кромки воды. Дети с небом уснули, и наши руки свободны. Мы исследуем мир. Быстрее прочитал. Вот я думаю, что это такой символ – грибные дебри. Тайга, которая окружает, она полна грибов. И это с Новым годом клуб Гриболюбов. Вот здесь я написала свое пожелание, и каждый может присоединиться и написать сюда что-нибудь еще. Спасибо большое.